я хочу вам показать три подводящих упражнения. Удар, стрела. Вы как будто тетиву натянули. Вперед-назад. Вперед-назад. Еще вот запомнил линию. Отсюда вас стараюсь. И вот так вот ставили рекорд. Тренируйся на полную с мобильным приложением ChempTraining. Доступен в Play Market и App Store. Ссылки в описании. Всем привет, друзья. С нами Виталий Дунец. Виталий, ты нам всегда показываешь что-то интересное. Что в этот раз? Ребят, Супермен. Супермен – это, во-первых, это крутое название. Особенно, когда к тебе приходят дети на тренировку, и ты им даешь такие какие-то фишки. Супермен, топор, там, почтальон, почтальон Печкин. Это отдельный разговор. Им очень заходит, и такие названия очень хорошо запоминаются. Но помимо этого, это крутейшая фишка, это самый сильный удар рукой. Это гораздо сильнее, чем если вы бьете с места, потому что вы здесь всей тушкой влетаете, врезаетесь, и плюс это еще и обманное движение. Сегодня я хочу, я думаю, вы и так все знаете, что такое Супермен, я хочу вам показать три подводящих упражнения, благодаря которым точно каждый из вас сделает. Вот точно каждый из вас сделает. Смотрите. Упражнение number one. Это просто синхронизировать. Смотрите, чтобы рука и нога у вас слушались. Вас слушались. Вообще, что такое Супермен? В двух словах. Это обманка, когда вы показываете удар ногой. Можно лоу-кик показать. Можно показать удар в живот. Можно показать еще лучше удар в пах. Даже если на соревнованиях в пах нельзя бить, это не отменяет того, что вы можете показать. Вы можете показать, а инстинкт у всех одинаковых, у мальчиков, у девочек. Когда вам летит вот сюда, у всех начинают руки падать. И вот вы показали удар в пах, а влетели в нос. Еще раз, показали удар в пах, а влетели в голову. Но нужно, чтобы у вас вот это вот руки и ноги работали дружно. Смотрите, первое упражнение. Вы берете руку, берете ногу, все, перенесли весь тело на левую ногу и покачали. Смотрите, вперед-назад, вперед-назад. Вот, стоим на одной ноге, держим баланс и качаем, качаем. Смотрите, в противоположную сторону двигается. Вот, смотрите, в противоположную. Рука назад, нога вперед. Оп, наоборот, нога назад, рука вперед. Смотрите. Все, и стоим, качаем, качаем, качаем до тех пор, не спрашивайте, сколько по времени, до тех пор, пока вы не, у вас не получится. А если получилось, тогда уже просто сделайте один любительский раунд, там, две минутки покачать. Все, уловили, есть, упражнение номер один есть. Главное, сейчас сильно рукой не раскачивайте, смотрите, рука вообще должна быть вот здесь, на виске, и вы показываете ногой, а рука, смотрите, не замахивается, чтобы вот такого движения не было. Просто я как будто тетиву натягиваю. В Таиланде, кстати, в некоторых школах это называется не Супермен, а удар стрела. Вы как будто тетиву натянули и выпустили стрелу. Вот я как будто тетиву натянул, полетела стрела. Натянул тетиву, полетела стрела. Есть. Упражнение номер два. Смотрите. Берете линию, становитесь за нее, выставляете ногу вперед, как будто я уже показал удар в пах или показал удар по ноге. И смотрите, теперь на 100%, на 100% нога назад, а эта нога вперед. И назад вернулись. Вперед-назад, вперед-назад. Руки можно расслабить, чтобы на них не отвлекаться, потому что это задание чисто для ног, чисто для ног. Оп. Оп, оп, это ваш удар, потом раз и назад, раз и назад, раз и назад. Для чего это нужно? Потому что после того, как вы показали удар в пах, если вы не прыгнете к противнику передней ногой, вы до него не достанете. Вам нужно будет во время удара делать скачок на левую ногу. Еще раз, вы показали и делаем скачок. И вот здесь конкретно нарабатывается вот этот скачок. Видите, нога. Шу, шу, шу. Вот это вот упражнение номер два. Смотрите, в упражнении номер один вы разобрались с рукой. А в упражнении номер два вы разобрались с ногой. А потом просто берете эти два пазла и соединяем. Оп, и скачок.
еще раз, оп, и скачок. И последите, чтобы у вас был баланс, чтобы вы не так, что упали и посыпались. Потому что после супермена у вас должно будет потом любое продолжение быть. Понятно? Поэтому последите за тем, чтобы вы приземлились и вернулись в стойку. Приземлились и вернулись в стойку. Отдельно есть упражнения на баланс. Разные, боксерские, профессиональные. Это будет в других выпусках. Напишите, кстати, в комментариях, хотели бы увидеть разные боксерские, профессиональные упражнения именно на равновесие. Хорошо, и осталось у нас упражнение номер 3, подводящее. Боец, надо залечить травму, восстановиться после тяжелых тренировок, подготовить тело к нагрузкам. Тебе помогут тайские спортивные бальзамы, концепция муай-тай. Не успеваешь восстановиться, не хватает сил, часто пропускаешь удары в голову. Тайские травяные капсулы для спортсменов, пучай план, повышают тестостерон, улучшают нейронные связи. И другое ты найдешь на сайте abcshop.su, ссылка в описании, переходи. Ребят, и упражнение номер 3, мы раньше брали мелом, чертили какую-то полоску и старались как можно дальше долететь до мешка. Смотрите, если я отсюда вот долетаю нормально, комфортно, значит мне нужно дальше. Дальше, пробую дальше долететь. Дальше, есть, еще, вот запомнил линию, отсюда вот стараюсь. И вот так вот ставили рекорд. Зачем это нужно? Это для развития взрывной силы вашей левой ноги, которая будет вас выталкивать. Тогда, когда вы долетаете, представляете, аж отсюда. Конечно, против противника не нужно аж с такой дистанции прыгать, у него будет куча времени увидеть удар и среагировать. Я объясняю, это подводящее упражнение для развития взрывной силы опорной ноги. Тогда вы потом на ударной дистанции, как с пушки будете взрываться. Только с этим показанием, потому что у вас нога, вот эта вот взрывная рабочая. Вы там на поле работали, через линию взрывались, стартовали, вот так стартовали. Теперь здесь взрываетесь, удары будут как с пушки. Все, вот эти вот три упражнения поделали и потом оттачиваем на мешке. Кстати, эти все упражнения вы можете делать, не знаю, любительский раунд. 2 минуты взяли и бомбите. 3 задания сделали, потом подходим на мешке, соединяем все 3 пазла. Все, соединили, получился супермен. 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 Дальше. Супермен бывает как фейковый, да, как обманное движение. Атака. Атака. Я показал и атаковал. Отвлек все внимание на ногу и засадил. Так и как добивание. Его еще используют как добивание. Когда? Смотрите, допустим, прошла моя двойка или правый прямой. Шум! И только я почувствовал его бороду на кулаке. Бах! Противник, допустим, поплыл. Тум! Поплыл немножко. Я не трачу время на преследование и добивание, потому что второго шанса может не быть. Он уплыл, пришел быстро в себя и все. Второго шанса может не быть. Я должен использовать его. Я не должен дать ему ни малейшего шанса на восстановление. Поэтому только я попал, смотрите, одновременно забирая руку назад, я делаю мах ногой. И делаю добивание. Вот так вот на мешке отрабатывается. Первый удар издалека, издалека. Тут, а второй удар добивает. И еще раз. Смотрите, из одного движения вытекает другое. Нет вот этих пауз. Раз, вернулся, а потом отдельно 2. Нет, смотрите, из одного движения я теперь забирая, уже делаю мах ногой. Из состояния потока. Из одного вытекает другое. Вернулись. Просто пробили. Просто пробили. С дистанции. Пробили. Вот так вот. Отрабатывайте, друзья, потому что супермен, если вы ведете в ютубе, там вот такой список нокаутов. Он очень рабочая штука. Друзья, здесь без вопросов. Разложил так разложил. Все четко, по полочкам, ясно, доходчиво. Виталий, если люди захотят потренироваться с тобой, где они могут тебя найти?
Ребят, я сейчас только тренирую в онлайне, онлайн-тренировки, поэтому подписывайтесь. Все там, все эти упражнения, задания, супермены и так далее, все раскладываю четко по полочкам, отрабатываем, закрепляем. Мало того, я выбираю, ищу подборку, где это работает в настоящих боях, замедляю, все показываю, после чего странно сомневаться, что это работает. И мы отрабатываем. Поэтому давайте, жду вас всех, будем там тренироваться. Ссылка на Виталика Инстаграм в описании. Это не реклама, это рекомендация. Залетайте и не забывайте поставить лайк, прокомментировать и подписаться на канал. Всем до скорых встреч! Да! Была задача кик кидать, хай-кик. Кик надо, да, давай.